Всем привет, и сейчас 10 утра плюс-минус. Мы находимся сейчас на споте. Вот видим, тракторист сейчас нам накидывает большой контруклон. Потом я покажу, что он нам уже накидал. Там двое ребят уже приехало, они там тоже что-то делают, такие косметические работы. Сегодня выходной день, суббота. Сегодня тепло. Реально тепло, ветра нет, вы можете по звуку это услышать. И сегодня мы будем равнять то, что накидал трактор. Сейчас я вам пойду покажу то, что он накидал, пока меня не то, что не было, но накидал. Значит, вы смотрите, вот это контрик. Вот кучи глины. И вот, короче, они туда идут вдаль. Собственно, зачем это? Мы из этих куч будем делать кочки. Мы их будем вот так, во-первых, разравнивать и делать вот так вот, короче. То есть это будет такие просто трактористу что надо накидать. Ну, можно было и накидать поаккуратнее, там сделать, сразу накидать типа кучками. Ну да ладно, сами уже такое сделаем. И на том спасибо. Вот, я правда не знаю, хватит ли нам земли, чтобы заровнять и низ, и сделать кочку, потому что как бы тут надо равнять, там скопать. Тут вообще земли мало. Вот тут вообще земли маловато, мне кажется. Её хватит только разгорнуть, а еще сюда. Ну да ладно, и так такой объем уже нам накидали. А так представьте, сколько бы мы это руками кидали. Мы вот такую кучу кидали только целый день. Пока что контруклон вообще никакой, потому что во-первых, вот тут он ровный получается, там как бы чуть-чуть поворот есть, а здесь ровный, надо его докидать сюда. Вот. Потом я включусь, когда уже трактор закончит накидывать, и включусь, когда мы уже будем сами работать. Короче, вот уже в принципе вечер, часа два, но так как уже зимнее время, то это уже как бы вечереет. Значит, вот такой мы контрик вот чуть-чуть сделали, накидали, сейчас будем это все прикатывать. Вот, но пока мы сейчас не делаем, мы равняем тот контрик, потому что там глина такая мокрая. Вот. Ну, короче, как бы трактор понаделывал ям, и сразу у нас развитие пошло не только велоспорта, но и паркур. Понятно. Оставил малых равнять контрик, пока я на другом объекте. Они тут играют в войнушки. Слышь, немец? А в него коп... Во-во-во, подожди! Короче, понакапывал трактор ям. Бля, я корреспондент, ты если сейчас... Короче, вот такие ямы у нас для войнушек есть. То тут для войнушек есть. Сейчас Эмиль снимет, как можно заниматься паркуром. Да. Короче, тракторист вот так накидал, вот там кочка. А тут контруклон получается какой-то прямой. А нам надо все это, эту стенку отодвинуть и сделать его радиус. Давай, работай! Вот ты, блядь. Что это у нас имеет вот все такой не очень красивый вид. Вот это валяется как-то, ну я думаю... Мы будем здесь убираться, это все делать, переделывать. Вот так вот. Вот. Ну, собственно, вот такой вид мы имеем.
Мы решили там доделать одну кочку, потому что я думал, контрик будет ближе, но накидали его дальше. Это так получилось. И я решил выйти из ситуации вот таким образом, чтобы накидать еще одну сиську, чтобы сразу в контрик. А вот тут я не успел приехать, а тракторист уже как бы сделал три кочки, и сюда он бы не приехал обратно. Он не накидал вот сюда одну. То есть после контрика должна быть кочка, но мы это раскидаем на кочку и там что-то еще придумаем. Давай, да? Залетил. Во! Вот такое вот, короче, у нас все-все. Я еще покажу, как оно выглядит отсюда. Вот так оно выглядит. Если бы я сейчас... О, моя нога. Так твоя башка рэпнула или шлем? А, короче, если бы я сейчас был бы шлема, это был бы мой последний прыжок. А, еще нога так будет. Так плавно. Ты мальчик заводил. Вот это... Тормоза отжигаешь. Ты кажется, и тормоза отжигаешь. Вообще надо было с велика прыгнуть, но поехал так бодренько. Блять, Матвей, ну ёбаный педаль нахуй. Ёб, малыш. Блять. Ты что, на них рулём дёрнешь? Мы наблюдаем картину, когда человек кладёт велосипед перед приземкой, а потом жалуется, что его приехали. Два дебила — это сила.